Китайская мультибрендовая компания Greenleaf открывает новые торговые зоны. Ижевск — столица Удмуртской республики. Город, известный оборонным и машиностроительным производствами. Именно здесь, в восточной части восточноевропейской равнины, в России состоялась первая региональная бизнес-встреча лидеров Greenleaf с партнерами и жителями республики. Честно, мурашки по коже, колотится сердце от такого сегодняшней встречи. Вся спонсорская линия неожиданно лично для меня приехали в Ижевск. То, что Виталий Бугров, как он дает маркетинг, как он рассказывает, а какой он блогер и как он может зажечь. Конечно, буквально вот мурашки по коже, воодушевление, волнение и все вот только такие эмоции. Главным спикером события выступил Виталий Бугров, топ-лидер Greenleaf, чья структура насчитывает более 100 тысяч бизнес-партнеров и постоянных покупателей экопродукции в странах СНГ. А доход растет из месяца в месяц и уже отражается в семизначных суммах, что позволяет ему профессионально обучать дистрибьюторов маркетингу и навыкам создания успешной бизнес-структуры. Пришло порядка где-то 150 человек, то для такого города здесь, я как слышал, более 600-700 тысяч населения, это капля в море. То есть здесь я вижу лично, что будет огромный-огромный рост, огромные перспективы, будет огромный рынок, здесь будет сотни магазинов, будет несколько офисов, пунктов выдачи, и здесь будет несколько десятков миллионеров, и появится долларовый миллионер именно с этого города. Главной звездой трехдневной бизнес-встречи китайской корпорации Greenleaf в Ижевске по праву стала Татьяна Хузина, успешно представляющая и выполняющая в Удмуртской республике программу Greenleaf, стремление стать лучшим работодателем на мировом уровне и стратегию компании распространения высококачественной продукции по разумной цене на мировом рынке. Именно сегодня, 27 апреля, ровно 5 месяцев, как я заключила договор. 27 ноября я заключила договор с компанией Greenleaf. Я ее, правда, не сложила. Наверное, около 700 тысяч я заработала за 5 месяцев. Они уже зарабатывают миллионы рублей. Открытие новой торговой и бизнес-зоны Greenleaf в России самым активным участием поддержали лидеры из соседних регионов. В Ижевск съехались бизнес-партнеры и владельцы фирменных магазинов Greenleaf из республик Башкортостан и Татарстан, чтобы отразить корпоративную культуру китайской компании. Семья, гармония, скорость, победа, красота, лояльность, честность. Прекрасное открытие региона. Удмуртия рулит. Масштаб огромный. На сцене стояли лидеры, которые пригласили плюс 10 человек, плюс 40 человек. Зал просто воодушевленный. Вы знаете почему? Потому что одна компания ушла с рынка России, а другая компания зашла. И сейчас можно открыть новые регионы и новые страны. Поэтому все в Greenleaf. Миссия компании Greenleaf – сделать людей счастливее, здоровее, красивее и богаче – была достигнута в Ижевске и Удмуртской республике. Торговый бизнес экотоварами премиум-класса ежедневного спроса из Китая и ЕС становится не только популярным, но и семейным, сплоченным одной идеей – построение глобальной бизнес-структуры и сбыта на единой платформе качественных продуктов по разумной цене. Мы сели за стол, папа, мама, брат, я, и вот они, давай со мной делиться, что появилась компания Greenleaf, там крутой маркетинг-план, там шикарная продукция, и вот знаете, вот мне вот этого хватило, потому что, ну, родители, ну, мама это отражение меня, или я отражение ее, два в одном, наверное, и поэтому как-то доверилась, я знала, что, ну, блин, ну, раз мама говорит, папа говорит, ну, все, круто, я говорю, мам, я хочу. Что нужно делать? Виталий Бугров от лица китайской компании Greenleaf и от себя лично поздравил бизнес-партнеров и жителей города Ижевска и Удмуртской республики с появлением новых видов и категорий качественных экотоваров для каждого члена семьи в их регионе
с новыми возможностями маркетинга, с открытием новой торговой зоны. Наглядно на своем примере и на примере Татьяны Хузиной, продемонстрировав, что будущее в наших руках. Надо только вовремя сделать правильный выбор –